Цифры этого года, не, конечно, пока, во всяком случае, с учетом тех ассигнований, бюджетов, которых есть, имеем запредельную сумму относительно прошлых лет, больше 700 миллионов рублей. Поэтому у нас все шансы, во всяком случае, приобрести или отконтрактовать больше 700 квартир по Саратовской области. Это выше, чем в прошлом, позапрошлом году более чем на 200 квартир. Мы с многими из вас в этом зале встречались, вы видели, что нам пришлось преодолеть и решение Верховного суда для того, чтобы вернуть ранее действующий порядок распределения. Конечно, это было ненормально, то, что происходило 2 года назад, когда дата постановки на учет практически не учитывается. Значит, поэтому все делается. Хотя, скажу вам честно, в этом году как никогда тяжело. Ну, во-первых, чтобы не было тайны Мадридского двора, у нас введено квотирование на представление квартир граждан вашей категории не больше 25% в одном квартирном доме. У нас есть ограничение по количеству квартир в доме в отношении городов с численностью 10 тысяч жителей, не более 10. Это, с одной стороны, конечно, с социальной точки зрения мера абсолютно правильная, и вам проще на новом месте обустраиваться с другими гражданами, потому что мы знаем, вы наверняка знаете, что там, где целиком производилось приобретение, есть определенные проблемы с коммунальной платой и с общественным порядком, это у нас в 11 микрорайоне, в 7 микрорайоне, к сожалению, это есть. Поэтому это, конечно, сложности создало. Мы даже можем предполагать, что при всем том, что денег как никогда много, мы не сможем именно в этом году все предоставить. Но сегодня было очередное совещание представителя правительства Александра Михайловича Сергеевича. Губернатор рассматривает эту ситуацию. И стоит задача, по крайней мере, контрактовать все те ассигнования, которые есть. Еще говорю, что это 700 квартир. Что касается будущего. Закон Саратовской области предусматривает представление по договору найма специализированного жилого помещения на срок не менее 5 лет. Это полная свобода действий, проживания, регистрации брака, устройства семьи, но невозможно приватизации. Через 5 лет наша рабочая группа, которая здесь постоянно действует, получив от вас соответствующее заявление, должна будет принять решение или о перезаключении еще на 5 лет по договору найма спецового фонда, или о перезаключении на соцнайм. В чем разница? У нас сохранена приватизация, ну, пока в этом случае все разговоры об ее отмене прекращены и бессрочно. Переход в договор соцнайма дает возможность реализовать право гражданина на приватизацию жилого помещения и его дальнейшее использование как с помощью рынковых механизмов, так и с помощью наших государственных программ. У нас их масса. Это и программа интересного капитала, и молодая семья, и еще масса всего. И поверьте мне, особенно в условиях города Саратов, что квартира, которая сейчас на рынке стоит не менее 1 100 000 рублей, это нормальный стартный капитал, для того, чтобы в дальнейшем получать свои жилищные услуги. Но есть два нового. Мы принимаем решение при наличии пока двух обстоятельств преодоления тяжелой жизненной ситуации. Первое – это отсутствие платежей долгов за ЖКУ, коммунальные услуги. Второе – это отсутствие судимости. И подальше. Ну и естественно, что поскольку законодательство совершенствуется, то я думаю, что и ваше, так сказать, положение в обществе, ваше отношение к соседям, оно в перспективе тоже будет учитываться. Поэтому, проживая в новой квартире, помните о том, что вам через 5 лет необходимо будет прийти сюда. И пока у нас, к счастью, 85%, кому мы принимаем решение, кто когда-то получал, они сейчас пошли, значит, и они переключают на собственное. И дальше помогают специалисты Минстроя, здесь прекрасно наши специалисты, специалисты комитета, депутаты, получают жилищные условия уже с реализацией в ходе нашей программы. Но 15% все равно, к сожалению, для них, да и для нас, я вам честно скажу, уходят с 5-летним договором найма спецжилфонда. То есть они вот эти два критерия не смогли, так сказать, пройти. Это первое. Второе. Тем, кому нет полных 23 лет на момент заключения договора найма спецжилого фонда, положена еще одна мера поддержки, так называемый выплат трудовой службы. Не смогли мы преодолеть, пока моих коллег-депутатов старше 23 лет, считается, что человек уже состоялся,
Поэтому, ну, я посмотрел списки, все-таки две трети тут те, кому еще полных 23 лет нет, но если вы сегодня посмотрите, а завтра дадите согласие заключить договор найма спецфонда, пожалуйста, обращайтесь в Министерство социального развития. Это не деньги в карман, это именно помощь при обустройстве. Тем, кто будет заселяться в Саратове, это новый микрорайон, его название Ласточкино. Значит, вот так уж повезло, что он построен, наша организация по обустройству. Значит, я там и депутат образую думаю, поэтому не стесняйтесь обращаться. Детский сад в прошлом году введен и работает, но как везде там есть проблемы, значит, ему уже начинает не хватать. Мы сейчас занимаемся школой, буквально месяц назад были в Совете Федерации, вот обсуждали, нам будут помогать с финансированием строительства дороги, пока она не сильно комфортная, хотя ходит общественный транспорт, значит, сейчас занимаемся сетью торговли, бизнес у меня там переговоры. Это новый микрорайон. Квартира абсолютно современная, с полным спектром учета. И вы им должны пользоваться при оплате жилищно-коммунальной услуги, снимать показания. Ну, я думаю, что управляющая компания всем все объяснит.